Всем привет, дорогие друзья, с вами сегодня, как обычно, я Минори. И сегодня я решила для вас снять очень интересный видеоролик. Наверное, по названию вы уже поняли, сегодня у нас будет вторая часть рубрики «Как красиво одеваться в выбору Кевина Пи». Меня многие просили снять вторую часть этой рубрики, и вот сегодня она будет. Сегодня я буду с таким скином, надеюсь, ничего страшного, и вы его примете. Кстати, как считаете, какой мой скин лучше, предыдущий или этот? Пишите в комментариях. Ну и, ребята, сегодня в видосе нам будет помогать моя участница команды Марьям. Вы, наверное, ее знаете, вот она сегодня будет нашим подопытным кроликом. И ей мы создадим 3 красивых скина на 3 разных стиля. И мы будем составлять скины только из одежды выбору Кевина Пи и не премиум одежды. Ну что ж, ребята, погнали идти. Итак, сейчас мы спросили Марию, какой же она хочет стиль на данный момент. Она пишет софт. Тогда хорошо, будем ее одевать в софт стиле. Итак, ребята, для начала чуть информации про софт-стиль. Софт-стиль — это цвета, из которых выжили яркость и красочность, и они выглядят очень нежно, также это комфортный стиль одежды. Ну и вот, ребята, мы закончили наш наряд с Марией. Мария, нравится ли тебе наряд? Да, ей нравится наряд, она даже прыгает. И она побежала, кажется, покорять мир своим нарядом. Чао, бэйби. Let's go. Niggers. Итак, ребята, наша Мария снова прибежала к нам и сказала, что сейчас самый модный стиль — это эмо-стиль. И Мария очень срочно хочет эмо-стиль только из одежды Brookhaven RP. В Brookhaven нету всех подходящих вещей для эмо-стиля, но мы что-то придумаем. Слово эмо означает эмоциональные дети. Чаще всего игроки в Roblox под этот стиль надевают черную одежду. Бывает и разорванная одежда, несколько причесок на голову. И они могут быть как и черные, так и белые и розовые. Кожа должна быть бледной, и чаще всего для эмо-стиля игроки Роблокса берут такие цвета кожи, ведь именно в игре он переделан. Ну и вот, ребята, мы закончили образ для Марии, как мы видим, она очень рада. Хоть и стиль чутка сыроват, но пойдет. Let's go. Niggers. Итак, ребята, так как уже скоро будет школа, Мария захотела одеться в стиле Light Academy. Так что сейчас нам придется одеть Марию в Light Academy стиль, чтобы она была самой модной из всех учеников и учениц в Brookhaven RP. Больше всего этот скин похож на школьную форму. Я бы назвала этот стиль эстетичным стилем. Ну и вот, ребята, мы закончили последний стиль. Надеюсь, вам понравилась эта рубрика. Ну и как обычно в конце видеоролика, я бы хотела вам показать несколько скинов, которых я придумала для вас, чтобы вы их носили в Brookhaven RP, если вы не можете подобрать себе красивый скин. Эти скины вам обязательно помогут. Ну и также этих скинов очень много у меня на канале в Telegram. Подписывайтесь по ссылочке в описании, всех там жду. Всем спасибо за просмотр и... вам желаю приятного дня или вечера. Всем покедова!